Пойдем. Пойдем. Только так. Самое главное, что ты ее. Что-то мы потерялись? Ага. Так, народ потихонечку приходит. Кстати, сколько у них интересного времени? А, у них самый раз в России, да? Сейчас у нас 9, а у них плюс 7. 3 часа дня, самый раз. Так, ну что, мальчики, девочки, вот мы в Доминикане. Пальмочки есть? Пальмочки, да все есть. Потому что при покупке на месяц, на неделю он стоит 60 баксов. А так, по-моему, поначалу считали, что это выходило все не так сладко. Выходило 15 долларов в сутки. Вот. Да, Саша и Мася. На самом деле мы немножко заблудились. Сейчас будем покажем, что, чего-нибудь здесь хорошего. У меня такое чувство, что мы идем в обратную сторону. Нам в обратную? Туда. Ну, примерно это выглядит вот так вот. Сейчас мы сначала Дмитрий Коков предложил свои таски.